Второе место занял Александр Гальцев, самбо 70. Первое место и звание обладателя Кубка Москвы завоевал Максим Заичкин, спортивный клуб «Флекс». Награждение проводит председатель комиссии ветеранского спорта Федерации самбо Москвы, выпускник первого выпуска школы самбо 70 Владимир Валентинович Степанов. Через 5 минут на второй ковер готовится финал 10 до 65 килограмм за женщин. Ромашкова, Митина. Возрастная группа М3, весовая категория свыше 100 килограммов. Первое место занял Максим Гаврилов. Награждение проводит Владимир Валентинович Степанов. Возрастная группа М2, весовая категория до 62 килограммов, Московская область. Второе место Рустам Агабеков, самбо 70. Первое место завоевал Сергей Михайлов, самбо 70. Молодец. Третье место занял Аверзан Садагентинов, самбо 70, Юрий Челин, Воронежская область. Второе место занял Марат Байкурин, МГТУ. Первое место завоевал Кирилл Мусатов. Награждение проводит всемирный председатель комиссии ветеранского спорта Федерации самбо Москвы, выпускник первого выпуска школы самбо 70 Владимир Валентинович Степанов. Я не знаю, что там,
занял Владимир Игнатов, школа боевых искусств имени Носова. Второе место Тагир Набиуллин, Башкортостан. Первое место завоевал Алексей Шилукин, Санкт-Петербург. Награждение проводит Владимир Валентинович Степанов. Награждение проводит Владимир Валентинович Степанов.